Итак, посмотрим, как выглядит загрузочное меню на флешке. Вот таким вот образом. Снимаю я своим мобильным телефончиком, поэтому качество не очень. Но, по крайней мере, видно, что вот загрузочные образы. Тут у меня загрузочный образ Сергея Стрельца. Здесь, значит, два поисковика операционных систем. Значит, новый, старый. Ну вот, посмотрим, как работает новый. Вот, Detect any operating system. Выявить любую операционную систему. Нажимаем. Вот две операционные системы он у меня выявил. Windows и Linux. Ну, практически можно загрузиться в любую из них. Попробуем поисковичком. Загрузиться со второй винды. Ну, видите, появляется характерное меню загрузки Windows 10. И загрузка, как говорится, пошла. Вот мы зашли в Windows. Ну и, как видите, поисковик операционных систем свою работу делает нормально. То есть отыскивает операционную систему и позволяет с нее загрузиться. Очень часто бывают моменты, когда черный экран при загрузке и надпись, что никаких операционных систем не найдено. А в данном случае, если загрузиться с флешки, то можно практически в 9 из 10 случаев все-таки найти операционную систему и с нее стартовать. Смотрим дальше. Ну вот, значит, ну что еще можно посмотреть? Загрузочный образ Сергея Стрельца. Вот он так выглядит. На него, значит, стрелочка вниз встаете, нажимаете Enter, выбираете свою систему. У меня 64-битная десятка. Это ремонтная сборка Сергея Стрельца. В нее он положил очень много самых различных полезных программ, которые позволяют сбросить пароль с винды и программы для разметки жесткого диска, Acronis и Paragon. И также масса всего полезного. Я об этом чуть попозже расскажу. Я просто вот показываю, как выглядит меню загрузки. Ну вот, практически сборочка от Сергея Стрельца загрузилась. А дальше я уже буду о ней рассказывать. Я в нее умудрился вставить программу для записи с экрана. Расскажу о ней поподробнее. Ну и, как видите, значит, есть еще и дистрибутив Linux. Значит, вот я сейчас нажимаю на него. Стрелочка вниз. Enter. Ну и пошла загрузка Linux Mint Cinnamon 17.2. Вы можете вставить любую свою, как говорится, туда сборку или чистый дистрибутив, как вам нравится. Я просто рассказываю о принципах изготовления этих загрузочных флешек ремонтных. То есть у меня здесь подробности, там я вам приведу, ссылки там дам, откуда какие там образы, что скачать там, какими программами я записывал, все это дело делал. Вот. Штука полезная, и такую флешку всегда желательно иметь под рукой. Значит, ну вот, Linux Mint Cinnamon 17.2, как видите, значит, здесь тоже присутствует. Дальше. Итак, сборка Сергея Стрельца загрузилась. Вот так вот она выглядит, значит, изнутри на флешке. Очень такая хорошая толковая сборка для различных ремонтных работ на винде. Вот имеется менюшечка, все программы. И вот, пожалуйста, утилитки для записи
CD, DVD дисков там. Здесь, значит, антивирусы имеются, бэкап. Acronis — наиболее часто используемая программа для резервных копий винды. Значит, несколько программ. Это, значит, Fastone Capture, она делает снимки рабочего стола хорошо. Это, значит, программочка для того, чтобы там изображение просматривать, и медиаплеер. Восстановление данных, пожалуйста, очень много самых различных программ. Дефрагментация, диагностика, очень шикарно представлено. Документы, SoftMaker Office, нормально, и блокнотик. Драйвера, проверить сетевые драйвера, вот установить, допустим, вот такие вот, допустим, там драйвера, там попросится там она, ну, что угодно. Значит, дальше, жесткий диск, ну, наиболее часто Acronis Disk Director. Единственный минус то, что он не видит расширение Extension 4 линуксовские. Extension 2 и Extension 3 он видел, а вот видите, пишет, не отформатирован. А все это, разделы все эти были отформатированы в формате Extension 4. А так, в принципе, программа неплохая. Ей можно пользоваться для разметки жесткого диска, уменьшения, изменения его размеров. Но, тем не менее, есть еще достойный, как говорится, конкурент Paragon. Тот видит практически расширение Extension 4. Вот, можно запустить менеджер. Вот так вот он грузится. Очень такая хорошая программа для управления разделами жесткого диска. Вот у меня жесткий диск вот так вот представлен. Это вот флешечка. Значит, так что могу всем это дело, значит, порекомендовать. Ну и здесь, как говорится, меню на русском языке. Можете всегда почитать. Можно обновить загрузочную запись, конвертировать в GPT диск. Но мне формат GPT не нравится. Ну, все на русском, почитайте, посмотрите. Программа хорошая для грамотных пользователей. Дальше. Поиск файлов, редакторы самые различные. Сброс паролей, вот тоже очень важно бывает. Забыли пароль? Обычно вот эти вот две или три программы, они всегда хорошенько разблокируют. Сетевые там самые разные программы, ну, допустим, там сетевые подключения, там состояние сети, там посмотреть, там можно посмотреть, там что к чему и прочее. То есть очень такой шикарный рабочий, скажем так, инструмент для опытных пользователей. Значит, здесь я сделал на самой флешке, она у меня размером 32 гигабайта, еще осталось там гигабайт 10, наверное, свободных. Вот, есть вот такая вот интересная штучка, сейчас я покажу. Ну, это вот утилитки здесь самые разные тоже, файловый менеджер, значит, имеется, вот, пожалуйста, Total Commander многими любимый, тут и форматирование, значит, много чего есть. Значит, посмотрите вот сюда внимательно. Значит, когда я записал на флешку, значит, Linux Mint Cinnamon, когда я записал на нее установочный образ Сергея Стрельца, я сделал папочку сам, назвал ее ISA, и в нее поместил установочный образ, значит, на 4 гигабайта от Monk Russo. Два варианта, русский и английский, и там 20, по-моему, вариантов винды. Вот так вот это все дело выглядит. Так вот, у него, посмотрите, вот здесь вот есть setup, то есть прямо находясь уже на самой флешке, я могу, допустим, вот так вот нажать на setup, выбрать этот образ вручную. Вот он у меня из мультибута, сейчас я его выдерну.
Вот. И нажму кнопочку «Установить». Нажму на запуск. И прямо, как говорится, с флешки я начинаю установку десятки на жесткий диск компьютера. Ну, допустим, выбираю язык. Мой язык русский. Ради бога. Пошли там дальше. И вот посмотрите. Корпоративная десятка. Enterprise. Профессиональную. Я обычно профессиональную выбираю на 64 бита. Ну, допустим, профессиональная. И там дальше уже, как говорится, все опять-таки на русском языке все просматриваете. То есть вот флешечка такая получается, реаниматор с очень большим набором, как говорится, услуг. Во-первых, на флешке два поисковика операционных систем, то есть можно поискать операционные системы на компьютере и с них загрузиться. Можно, значит, вот если что-то с виндой случилось, пожалуйста, при помощи, значит, сборки Сергея Стрельца подремонтировать свою винду. Можно зайти на Linux Mint Cinnamon. Там любой можете поставить свой, и 17.2, и 18.1. Вот, ради бога. И, значит, опять-таки произвести там различные там ремонтные там работы. Или через программу SystemBug сразу восстановиться, допустим, или записать также на жесткий диск компьютера. Поэтому к этой, значит, сборочке я рекомендую присмотреться. Очень она хорошая такая. И вам может во многих случаях, как говорится, оказаться незаменимой. А носить ее можно вон на брелоке ключей, как говорится, там или... Ну что такое флешка? Совсем ничего. Вот. Вот таким вот образом. Итак, я теперь подробненько расскажу вам о том, какие программы я использовал для изготовления этой флешки и что вообще для этого потребуется. Значит, у меня на кроке, это моя кладовочка, можно попасть вот таким вот образом. Показываю. Вот мой сайт. Linux Romanov Info. Вот идете на крок. И попадаете ко мне на кладовочку. Вот тут написано чудо флешка. Набор на 32, там 16 гигабайт. Вот набор для реаниматора. Открываете его. И здесь у вас, значит, будет несколько, значит, документов в формате старого WinWord, нового WinWord и в формате LibreOffice. Практически все одно и то же. Здесь будут даны вот такие ссылки. Первое, скачать установочный образ винды. Вот так вот возьмете, выделите эту ссылочку, скопируете ее. Вставите в адресную строку вот сюда и перейти. И скачаете вот конкретно вот эту вот сборку Монкруса. Хорошая толковая сборка. Значит, следующее. Таким же образом поступите и со сборкой Сергея Стрельца. Вот. Возьмете, скопируете, перейдете сюда. Опять-таки курсор в адресной строке, ставите с буфера и перейти. И попадете сюда. На этом сайте вам нужно будет зарегистрироваться. Ну, все на русском языке, регистрация очень простая. И установить программу. У вас должна быть программа, значит, для скачивания торрент файлов. Хорошая программа Free Downloader, потому что она может качать не только торрент файлы, ну и файлы, так сказать, просто больших размеров. Идете вот сюда,
значит, нажмете, когда зарегистрируетесь, нажмете на скачать, нажмете на торрент файл, и он у вас скачается. Значит, размер 2,7 гигабайта это для сборки Сергея Стрельца и для сборки Манкруса размер файла 3,73 гигабайта. И все, тогда у вас это дело, как говорится, будет присутствовать. А дальше, значит, программу, которую я писал, Yumi 2.0.2.9. Вот она корректно, значит, все эти дела, значит, пишет. А более новая версия, если вы пойдете на сайт и будете там пытаться, значит, ее скачать, я пробовал ей. Вот, 2.0.49. Она не пишет ничего. А вот именно вот эта вот рабочая, она пишет. И также, значит, я, значит, сюда закинул программку Install Prep USB. Покажу, как она работает и что она умеет делать. Вот, посмотрите. Вот установленная программка. Она в архиве, вы скачиваете zip-архив, разворачиваете его и производите установку по самым обычным правилам винды. Вот программка RMPrep. Вот флешка, которую мы сейчас собираемся посмотреть, вот тут написано 28 гигабайт. Ну, при покупке писалось, что 32. Да бог с ним, все равно еще место осталось. Я сейчас даже скажу, сколько места осталось. Вот. На 28 гигабайт и еще 14 гигабайт свободного пространства. И это несмотря на то, что я тут сделал три папочки. ISO, для, куда я положил образ, скачанный от Манкруса. Значит, видео я сделал, куда я закидывал свои файлики, которые я делал при записи сборки Сергея Стрельца. Ну и еще несколько программок забросил в софт там для записи с экрана. Вот таким вот образом. Значит, что дальше? Нажимаете вот тест, окей, окей. И вот так вот, без перезагрузки, можно посмотреть флешку, как она работает. Первое, ну, вот как раз этот загрузочный образ Сергея Стрельца. Здесь он может там глючить, показывать, что что-то у вас там не то, что-то там не хватает. А нет, вот здесь показывает. Выбираете свой образ, нажимаете, и будет вам, как говорится, счастье. Вот, это один вариант. Дальше. Ну, то же самое, значит, поисковики операционных систем и также дистрибутив Linux. То есть, если вот при проверке вот так вот у вас все это дело показывает менюшка, и записали вы программой Yumi, ну причем вот Yumi именно 2.0.29, то вероятность повторить то, что вот я, как я сделал свою флешку, у вас значительно увеличивается. Значит, дальше, как работает программа Yumi? Вот, 2.0.29. Эта программа установки не требует. Два раза по ней кликаете, соглашаетесь. Здесь, значит, выбираете, вот, допустим, вашу флешку. Значит, ну, Linux Mint пишется вот отсюда. Раз. Значит, винду, вернее, сборку Стрельца я писал вот. Windows Vista 7.8 инсталлер. Вот у меня он пошел, как говорится, нормально. И поисковики операционных систем я записывал вот через эту опцию. Try Unlisted ISO Group from RAM. Вот практически и все. Значит,
Дальше по кроку. Вот я сейчас, допустим, посмотрел, ага, а я вот поисковики операционных систем еще не довложил. Ну, сейчас вот мы их и закачаем сюда. Так, где у меня они тут были? Так. Ну вот их оба. Закачаю наверх, они абсолютно крошечные. 1,9 мегабайта и 1,4 мегабайта соответственно. Вот называется новый правник операционных систем или поисковик, а это старый. Можете записать оба, но через опцию Try Unlisted Group from RAM. Вот весь вам набор. Я сюда не стал закачивать, как говорится, образ сборки Сергея Стрельца. Я не стал сюда закачивать образ, скажем так, от Монкроса. Это уже вот по этим ссылочкам, которые, значит, вот три документика есть. Ручками, значит, кому надо, возьмете, скачаете, вот, ссылочку выделили, скопировали, вставили и скачали. Ну, и единственное, вам придется зарегистрироваться на сайте NNM, Club Me. NNM обозначает No Name, то есть клуб без имени. Но здесь вот всегда бывают очень хорошие сборки, различный софт и, как правило, проверенный. Ну и плюс еще и авторов нужно знать хорошо, те, которые делают хорошие сборки. Вот, по крайней мере, Сергей Стрелец признанный автор. Значит, вот 273 тысячи, 2 миллиона 737 тысяч 855 человек его поблагодарили. Работает, значит, он на сайте 6 лет. И Монкрус работает 9 лет и 7 месяцев. Вот. Тоже, значит, очень много людей его за его сборки поблагодарили. Вот таким вот образом. То есть я не собираюсь тут давать готовую вам на 32 гигабайта сборку. Ручки есть, значит, кому это интересно, сделайте все, как говорится, сами своими ручками. Вот практически и все. То есть программа Yumi есть, программа для проверки флешки, значит, есть. Ссылки, значит, есть. Пробники есть. По ссылкам скачать сборку Стрельца и сборку десятки от Монкруса, в принципе, тоже не составит никакого труда. Программа, которая хорошо качает все эти дела, называется FDM или Free Downloader. Значит, сейчас посмотрю, где она у меня сидит. Вот. Free Download Manager. Значит, вот если его вот так вот запустить. Вот он, голубчик. Здесь можем зайти, значит, в опционе. Вот язык, можно выбрать не английский, а можно выбрать вот русский язык. Моментально переходит на русский язык. А сайт, на котором это дело можно скачать, вот домашняя их страничка. Вот это хороший и бесплатный загрузчик торрент файлов и просто файлов больших размеров. Называется он вот freedownloadmanager.org. Вот его, вот здесь вот зеленую кнопочку нажмете и будете качать. Значит, все то, что я говорю применительно к винде, потому что на винде есть вот хорошая программа Yumi, которая позволяет практически
на одну флешку устанавливает несколько операционных систем. Вот таким вот образом. И, значит, посмотрите вот еще раз. Значит, вот здесь вот. Сейчас покажу. Вот. Из 28, значит, еще 14 гигабайт осталось. То есть все можно спокойно записать на 16-гигабайтную флешку. Плюс, когда я записывал Linux Mint Cinnamon, я к нему еще и кладовочку на 4 гигабайта приделал, чтобы можно было сохранять там изменения и так далее. То есть вот минимальный размер такой флешки, уже, так сказать, нормальный, это где-то на 16 гигабайт. А плюс остальное пространство также вот можете использовать, вот можете свои дополнительные папочки какие-то делать, ради бога. Готовую, но усеченную флешку можно будет скачать. Так, я закрыл, нет. Так, вот здесь. Вот у меня в кладовочке имеется чудо-флешка-реаниматор на 8 гигабайт. Значит, вот она, 7,6 на самом деле. Качаете ее и прямиком, это изообраз, записываете его на флешку на 8 гигабайт. Вот. Ну, там будет работать. Но лучше, вот, как я сказал, делать вот из этого набора. Вот. На 16, на 32 гигабайта. Вот. Подробная вся инструкция вам дадена. Пожалуйста, используйте ее для изготовления своих ремонтных флешек. Я думаю, что у вас это будет хороший набор инструментов, скажем так, на многие случаи жизни при работе с компьютерами. Ну ладно, желаю вам всего доброго и до новых встреч.